Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас микс сюрпризов Влада А4. Открывать такие сюрпризы можно бесконечно, потому что коллекция неизвестна. Конечно, если кто-то из вас знает, какая она, напишите обязательно в комментариях. Давайте начнем с пластиковых яиц. Они у нас немножечко так помялись. Что внутри? Макси подарок. Сюрприз называется «Фрут из Макси». Что там за Макси-подарок? Здесь вкусняшка пастила. Пастилки, точнее, маленькие. Очень вкусные. И большой брелок. Вот такой. С Владом. Где написано «Челлендж». Влад тут мультяшный. Такой толстый брелочек. Поклонники точно заценят. Давайте сразу второе яйцо откроем. О, какой интересный. О, прикольный. Вот это мне прям нравится. Круто получился. Немножко что там тут. Мазнутый. А так клевый. Коробочки теперь давайте посмотрим с Владом. На всех коробочках одинаковое изображение, что здесь значки, пуллеры и брелки попадаются. А вот какие и сколько, это загадка. Ну, для меня точно загадка. О, вот такой нам ни разу еще не попадался. Гляньте, какой тоже прикольный брелок. Такой мне тоже нравится. Такой интересно так смотрится, как будто бы бархатные основания. Сам этот черный квадрат. Ну, не Малевича. Черный квадрат Влада А4. Влад бумага. Ну и вкусняшки-мармеладки. А не, не все, еще вот пуллер тут завалялся. Вот такой тоже с надписью. А4. Кстати, мне недавно в рекомендациях выпала новость, что Влад стал папой. Влад, поздравляем тебя. Родилась у него дочка. Лапочка-дочка. Скажу вам по секрету. У Даши недавно тоже родилась сестренка. Назвали мы ее Тасей. Так что у меня помощница еще одна подрастает. Такой вот значочек. Желтый теперь. Так, вкусняшка, пуллер. Пуллер Влад бумага. Мне кажется, это брелок такой же. Такое ощущение, что наполнение новое у коробочек Sweetbox. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Просто нам везет и нам попадаются новые брелки, значки и пуллеры. Еще один брелок такой же. Тоже повторка. И это повторка. Следующая коробочка. Повторка. Что-то как-то много повторок. И это повторки. Давайте теперь пожелания почитаем от Влада. Вот печенюшки китайские. Мне, кстати, эти печеньки очень нравятся. Даша тоже. Прям интересно, что нам Влад пожелает. Я живу, как хочу. Как-то... Не знаю, не в том падеже, что ли. Живи тогда, как хочешь. Надо было написать, а не живу, как хочу. Такое ощущение, что он про себя пишет это, а не нам что-то желает. Как тебе отсюда достать?
здесь. Занимайся тем, что тебе нравится. Ну, это классное пожелание. Я не знаю, как вы, а я намерена все пожелания прочитать сегодня. Мне, например, интересно, что там будет. И повторяются ли они, что самое важное. Ты станешь самым счастливым на земле. Клёво. Дальше. Влад — это бумага, а бумага — это деньги. Но это типа Влад нам деньги принесет, так как мы его распаковываем. Видимо, так. Пожелание это где? Так. Делай что-то смешное и забавное. И последняя печенечка из этой коробки. Пока ни одной повторки в пожеланиях. Улыбнись, ты в моей бумажной семье. Интересно. Сразу вспомнилась шутка. Улыбайся, это всех раздражает. Кто помнит такую шутку? Так, что у нас тут в этой коробочке? О, пулер новый. Это что, сердце Влада А4? Брелок такой же. И тоже повторочка. Сегодня с Дашей читали разные шутки. Одна из, над которой мы громко смеялись. Солнечные лучи летели несколько сотен миллионов километров до Земли, чтобы высушить твои трусы на балконе. Мне уже, конечно, не так смешно, как первый раз, когда читали. Повторка. Тоже повторка. И это повторка. Или еще одна шутка. Так, как же там было? А, можешь не кричать так громко, мне трудно тебя игнорировать. Жизненно так. Повторка, тоже повторка. Сколько одинаковых? Давайте теперь почитаем предсказания. Отсюда давайте несколько почитаем. Исполнение всех желаний — вот что ждет тебя впереди. Ну, вот это самое зачетное пожелание, конечно. Пожелания, мы поняли, не повторяются, это круто. Я живу, как хочу, только сказал, не повторяется. И вот, пожалуйста, повторилось. Давайте еще один откроем. Так бывает, начинаю чем-то заниматься, надоедает. Ну, как-то грустно. Осталось у нас 3 коробочки с Владом. Ну, тоже повторки. Такая у нас... О, вот новый брелок. Такой как пулер, только брелочек сделали. И значок вроде как новый, да. Вот такой. Такой я помню, по-моему, нам уже попадался. С подтеками.
И пуллер тоже новенький. Много, конечно, очень много повторок. Ну, если кому-то, допустим, в группу покупать, в садик, в школу и раздать, дети не попередерутся, что у кого-то лучше или хуже. Что-то попалось. Повторка, тоже повторка. И это повторка. Вот такие функциональные игрушки могут попасться в этих сюрпризах. Ну а кто из вас смотрит Влада А4, напишите в комментариях. Ну а если тебе понравилось это видео, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!